Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Герман, и мы играем до сих пор в эту замечательную игрушку под названием Sword and Souls. Итак, я обещал, что вне видео не буду прокачиваться, раскачиваться, но все-таки я раскачался. Я качался где-то часа два, и я не буду показывать сейчас своего героя, что... ну уже видите, какого левела я, ну ладно. Я не распределял никакие очки, я только забирал деньги с банка. Немножечко, купил себе второй сет брони, то есть я обновил сет брони чуть-чуть себе. И немного сделал построек в доме, совсем вообще чуть-чуть, то есть тут бочки, ну то есть вообще помаленьку. Итак, у меня есть 30 клевера, это все чисто с тренировок, поэтому давайте мы сейчас скормим грибу вообще полностью весь наш клевер. Посмотрим, что он нам даст такого офигенного. И, естественно, уже будем от этого отталкиваться. Надо еще вкидать очки в персонажа. Я пока не знаю, куда буду вкидывать. Еще один левел получили. Отлично, отлично. Так. Много клевера довольно-таки. Так. Еще дает клевер. Хорошо. И меткость еще подкидывают нам. Это тоже просто великолепно. Меткость качается здесь тоже довольно-таки трудно. Зачем вот эти карточки нужны, я не помню, если честно. Давайте глянем, что за них можно купить. Фри. 11 карточек. Фрикоп. Не знаю, короче, зачем-то они нужны. Ладно, по боку. Заходим в героя. Самое важное, что тут. Смотрите, что у нас здесь вообще просто бум. Во-первых, я ничего не вкидывал в героя, никакие статы. Все я прокачал исключительно тренировками. Ну и вот сейчас мы подняли грибом немного. Я даже не знаю, что поднимать. Я все-таки, наверное, предлагаю поднять атаку до 10 тысяч. Вот прям вот настолько люто поднять атаку в 10 тысяч. А остальное уже потом раскидать куда-то. Или вообще даже все, наверное, вкачать в атаку. Вот 10 тысяч атаки. У ворота у нас хватает. Да, наверное, давайте-ка все в атаку, потому что я хочу, чтобы у нас перс просто вообще разрывал. Брони мы тоже сделали вообще неплохо. Смотрите, у нас 28% шанс у ворота. 43% дефа. Плюс меткость 20%. Дамаг у нас 39 тысяч. Вы представляете себе, что это такое? Это просто трэш. Давайте прокачаем Оми Соус. Вот это не знаю, что. Давайте на одну. Вкачаем вот это по максимуму. И прокачаем, наверное, все-таки хилку. Здесь 9 поинтов. Я даже не знаю, что здесь вкачивать, если честно. Давайте кулдаун вкачаем. Это определенно нужно. Так, это, наверное... Это, наверное, реген или не реген, не знаю. Так, давайте вот это тоже. Шанс какой-то повышается. И что-то вот это вот интересное. Очень хорошо прокачались мы с вами. Теперь, я думаю, мы будем разрывать арену. Я ее не проходил, поэтому вы не думайте, что я что-то там делал. 219 тысяч. Сейчас нам, гляньте, они нам вообще ничего не сделают, потому что мы их просто будем сейчас сносить. Я не знаю, сколько мы с вами пройдем этапов арены, но мне кажется, вообще, если вот сейчас будет и вампирка срабатывать, и... Ой, ну это вообще. Сейчас мы проходим на изи. Я даже не знаю. Если бы я еще атаку вкачивал, я просто вкачивал ловкость, ну, уворот точнее, и вкачивал в основном щит. Вот это вот я качал. И гляньте, он разрывает. Даже вот я ничего не нажимаю, он, мне кажется, босса вообще... Чисто вот, он чисто сам, на изи, на разрыв ему дает. Вообще, гляньте. Это при том, что он ему яд еще не накинул. Круто, мы в сухую практически затащили. Это классно. Я думаю, что мы где-то этапа 3 пройдем. Как вы считаете, как вы вообще считаете, думаете, сколько мы пройдем, напишите в комментах, вот прямо сейчас. Один этап мы прошли, 15-й мы прошли. Теперь идем дальше. Тут еще больше мобов. Ну я думаю, 3 мы все-таки осилим. Так как у нас есть фласочки. У нас теперь... Давайте вот ради интереса используем вот эту штуку, что она вообще дает. Ого, видали? Нифига себе. Это, кстати, важный скилл, походу.
Надо его будет использовать. Потом, в дальнейшем. По 39 тысяч бьем. Ни хрена себе. Уже левел взяли. Кстати, щит я прошел полностью тренировку. Я закрыл ее фул все миссии на щите. И максимум комбо набрал. Ну, максимум у меня 399 у меня. Я выше так и не смог подняться. Сложно, сложно. Так, а что еще? А, и в увороте я преуспел так неплохо. Тоже поднялся. Ну, правда, не вообще не супер, но поднялся. Так, босяра. Даже босяра нам бьет 9000, которые нам вообще, в принципе, не страшны, ибо даже половину хп нам не снесет. Мы просто с вами трэшим, ребята. Мы просто вообще, гляньте. Ему везет то, что яда нету. О, ну все, кирдык ему. Пипец. Жалко, вампирка не срабатывает. Вот это вот обидненько, то, что нет вампирки. Вот если бы она сейчас сработала, мы бы с вами вообще. Так. Мы уже прошли два этапа. Идем на третий. Круто. Круто, круто. Вот. Ах, промазал. Промазал. Кстати, вот криток можно было бы тоже подкачать, но я и так довольно долго качался, поэтому я не стал его прокачивать, крит. О, жесткий гриб, зубастый. Вообще и в яде, и в стане, вот так вот бы на босса все прошло, было бы просто замечательно. Во, вампирка. Гляньте, мы просто восстанавливаемся вообще по красоте. Я даже не знаю. Мы супер восстанавливаемся. Круто, круто, мне прям нравится. Я не зря убил столько времени на прокачку и вам не показывал, то есть весь свой этот долгий путь. Гриб, ох, в стане. Ребята, гриба в стан кинули сразу. Я даже, давайте вот этот бешеный, гляньте. Его просто, мы просто разрываем. У меня нет слов. Я доволен, вы себе не представляете, как я доволен. Идем еще, мы уже три прошли. Идем на четвертый, парни. Я все-таки думаю, мы, наверное, 5 этапов затащим. Пока я надеюсь на 5. Уже надеюсь на 5, потому что я думал 3, но походу 5. Вампирочка. Какие-то ачивки нам дают. Да, или что это такое, непонятно. Какие-то ачивки. И вы замечаете, что мы навыки вообще как бы не тратим. Если бы мы тратили еще навыки, то будем, точнее, тратить. И еще плюс заклинания мы сможем пройти да до хрена. Ах, чуть-чуть раньше нажал, ну ладно. Но тут мобы уже посерьезнее идут. Они тут уже и бьют, конечно, побольше. Но это ерунда, Нэш. Брутальный негр с желтыми глазами и в бронзовой броне просто сейчас будут разрывать. Какой-то ядовитый гоблин, который сразу попал в стан бедный и умер в сухую. Вообще ни о чем просто. Просто ни о чем. Круто. Мне нравится. Да. И фул хп мы входим на босса, ребята. Если сейчас мы его застанем, это будет круто. Так, да не, он нам вообще, то есть даже не соперник. Я и в крит его ударил. Все, хана ему. Вообще крутяк, парни. Нету слов, вообще нету слов у меня. Опять подъехали денежки. Идем на следующий этап. Я думаю, мы будем круто. Тут, походу, что-то посерьезнее, да? Или я ошибся? По-моему, посерьезнее уже сильно. Хотя мы вроде как сносили, так и сносим, да? Ничего прям такого не поменялось. Чересчур. Да-да-дам-да-дам. Наш рыцарь боевой разорвет всех своей золотой булавой. И вампиризм опять. Лучше и не придумаешь. Видели? Ну, просто со спелла с одного. Мы стали какой-то имбой. Знаете, вообще просто имбой, которую невозможно победить.
предпоследний, так сказать, правая рука босса. Давай. Давай, давай. Да, друг. Ты все. Ну, почти что на фул отхилились. Я все-таки надеюсь, что мы на босса. 15 тысяч? Серьезно? Вообще ни о чем, друг. Давайте мы его, наверное, вот этим нашим любимым скиллом задотим быстренько. Блядь, все. Практически задолбили его. Он может, кстати, взять вверх, но я даже не очень хочу использовать хилку. Я надеюсь, он не кританет. Вот сейчас можно, в принципе... А, все. Хотел сказать, надо бояться. То есть, как бы, если вылетит крит, он нас сольет. Но нет, друзья, нет. Сегодня мы тащим. Сегодня наш день. Смотрите, 15, 16, 17. Так, 2, 4, 5. Это уже шестой. Это уже шестой этап, друзья. За это, я думаю, можно поставить лайк. Это стоит лайка, я считаю. Шестой этап уже пошел потяжелее. Эти москиты бьют очень неплохо. А, не успел. Ух ты, какая птица. Даже не знаю, на кого она похожа. На коршуна, на сонного, на какого-то. Ну пофигу. Но выглядит, конечно, прикольно. Летучие мыши. Вот мобов могли бы сделать и больше разнообразных. На каждом этапе каждого нового моба можно было нарисовать. Что-то часто одни и те же мобы попадаются. Эти москиты частенько попадаются. Вот новая эта птица, потом вот эти гоблины, да, были. Ну, конечно, не мне судить, в принципе. Разработчики сами выбирают, что им добавлять. Ну, просто что я думаю, что можно было бы все-таки сделать и более разнообразней. Угу. Классно, классно. Ребята, кто не играл в эту игру, играйте, я вам говорю, заходите, хотя бы уделите полчаса времени, вы поймете, что она реально затягивает, она реально классная, и вы поймете, что это действительно прикольная игрушка, то есть она достойна внимания. Так, сразу начинаем со стана, ибо... Во, отхил, отхил, друг. Лучше отхил, и сейчас, я так думаю, здесь... Лучше не выделываться, а так нормально заспелить птицу. И я тоже кинуть. То есть, короче, хорошо с ней посражаться. 40 тысяч наносит эта птица нам. Во, ну все, как бы она труп, я думаю. Я вроде нажал, успел, и что, ничего? Или надо прям на моба нажимать? Все. Отлично. Правда, с одной флаской, но... Это ерунда. Дорогие друзья, 6 этапов. Идем на 7. 7 этап. Здесь уже изумруды идут. И у мобов 207 тысяч жизней. Ну, я думаю, да, тут уже будет трудно. Тут уже как боссы они бьют, гляньте. Но если будем играть более-менее осторожно, то я думаю, мы затащим. Постараемся, по крайней мере, затащить 7. Блин, уже тяжко идет. Уже идет тяжко. Надо брать отхил. Ибо тяжко. Так. О, мы успеваем еще защищаться. Я не пойму, почему не действует яд на них. Они. У них иммунитет от яда или что? Действительно не понимаю. Но не действует. Вампирка это вообще просто четко. Блин, даже не знаю, стоит ли стан тратить на него. На этого, ну дальше на какого-либо моба. Успеем ли мы перед боссом стан хилить или нет? Наверное, не будем тратить. Прибережем, так сказать, до босса. Угу. Вот криты, то что сейчас пошли, это просто вообще спас на самом деле. Так, подхил. Отлично, отлично. Во. Все, босса мы завалим, это 100%, я думаю, потому что мы сейчас его сразу в стан, сразу яд на него, наш супер удар. О, ну да, все. Вот это боссяра, офигеть. Все, друг, ты трупак. Все, все, мы его просто засыпаем. Просто засыпаем, на себя накинем этот физуху. Красота. Все, ему не выжить, это 100%.
Ибо мы тащим. Двойной яд накинули. Офигеть, гляньте, поскольку снимает. По 19600. 19600. Красота. Красота. Так. Забираем бабос. Отлично. Итак, дорогие друзья, всем огромное спасибо за внимание. Мы с вами прошли 7 этапов, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы прошли с вами 7 этапов сразу со старта в этой серии, поэтому, я думаю, она просто достойна лайка. Ставьте свои большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комменты, репосты, говорите, до какого этапа вы дошли, какого вы уровня и чего добились. С вами был Герман, и всем до скорых встреч!